«Огни дружбы». В Иванове стартовал детский фестиваль-конкурс национальных культур. Он проводится уже 5-й раз среди учащихся и творческих коллективов школ и центров детского творчества. Номинаций несколько – хореография, художественное слово, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство. Стартовал фестиваль с конкурса национальных костюмов. Участники, во-первых, мастерили эти костюмы сами, шили в своих студиях моды или этих коллективов по направлению, где они могут сами себя выразить, показать всю фантазию, где-то стилизованно, но все равно показать колорит той иной народности. Большинство нарядов стилизованы, они по-своему уникальны и доподлинно не повторяют ни один народный костюм. При этом в каждом есть определенный мотив или элемент, свойственный какой-либо национальности. Участников конкурса оценивают по 10-бальной системе. Здесь имеет значение и стиль, и художественность, и детали. Направленность этого фестиваля как национальной, а наш город многонациональный, и на этом конкурсе есть что показать. Я не первый раз в нем участвую, и мы видим костюм и татарского народа, и азербайджанского, грузинского, армянского, уже не считая русского костюма. Во всем этом разнообразии участникам важно не затеряться на фоне других выступающих, поэтому каждый выход модели превращают в настоящее шоу. Здесь зажигательные танцы, тщательно выверенные дефиле и даже сценические постановки. Мой костюм готовили в течение месяца. Готовиться мне было нетрудно, потому что я занимаюсь уже около 4 лет. И поэтому, когда мне сказали, то, что я выступлю одна, я, наоборот, только рада была. Готовила выступление около недели. То есть я быстро подготовилась и вот вышла как-то. Сейчас даже волнуюсь до сих пор. Конкурс-фестиваль продлится 3 дня. 10 ноября состоится заключительный гала-концерт. Туда войдут самые лучшие номера из всех номинаций. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.